Ну и при девочках мы, естественно, будем все, знаете, такие... Девочки вот, дисциплинируют, там, Сергей. Да-да-да, а так, ну, может, только лет и проблем. Совершенно случайно вместе с коллегами все разговаривали, и вдруг зашла речь о роковом оркестре, и как всегда, это, знаете, как много начинается, а давайте сделаем, Попробовали. Да. Угу. Я в тот момент ассистировал оперу «Борис Годунов» в Монако, и после постановки заработал свой первый гонорар дирижерский. Я приехал, у меня были планы, и вот вдруг роговой оркестр. И мы как с ума сошли. Это было лето, у нас никакого помещения не было, и мы забаррикадировались в подвале детского сада. Завесили все окна матрасами, одеялами. Никто не знал, который час. Круглосуточно шла работа. За 53 дня мы изготовили 74 инструмента. Это был наш первый комплект. Сейчас уже 106 инструментов, и это уже четвертый комплект. В тот момент у нас было некоторое оборудование, которое мы успели вот просто купить, там, сварочные аппараты, металл, специальные сплавы там, и прочее, прочее. И вот нон-стоп мы просто изготавливали эти инструменты. Вот сейчас для меня большая новость. Такой был импульс, честно сказать, просто сильнейший. Thank you.
там очень много ноу-хау. Дело в том, что, конечно, мы подсмотрели исторический комплект, который в Шереметьевском дворце висит. Вот. Но дело в том, что парадокс в том, что тот комплект, который висит в Шереметьевском, он был изготовлен для коронации Александра III, и это было в 863 году. А к этому моменту уже не было роговых инструментов и оркестров не было. То есть традиция уже была прервана, она можно была сказать. Прервана, и в момент, поскольку роговые оркестры вписаны были в протокол коронации, то кинулись искать, а их нет, инструментов нет, ничего нет. И тогда Константин Штекельберг на свои средства, он изготовил этот комплект, пригласили музыкантов, разучили, провели коронацию, и еще некоторое время этот оркестр существовал. Вот, но он назывался Императорский егерский хор, там было очень много людей, но со временем и этого оркестра не стало. Mm-hmm. Так вот потихонечку роговая музыка вообще ушла из обихода, хотя 150 лет это был весьма популярный жанр, ну не 150, 120 лет. Thank you.
Мы сейчас разную программу играем, такую, чтобы показать спектр возможностей рогового оркестра. То есть это и сольные, то есть произведения с солистами, и только роговой оркестр. И это очень такая разножанровая программа от музыки Луиджи Денса. Кстати, знаете, когда и почему он написал фуникулер свой? Фуникулер. Нет, расскажите. Это на самом деле один из первых совершенно феноменальных пиар таких ходов. Хотите сказать, он продавал фуникулер? Нет, открыли фуникулер, который вез людей на Везувий. Вот. И для того, чтобы оповестить всех. Всех и вся, да. Класс. Он написал песню. Класс. И эту песню пела вся Италия. Через несколько дней все знали о том, что заработал фуникулер. Событие произошло, фуникулер работает. Фантастически, да? Супер. При отсутствии всяких групп в соцсетях. Да, телевизора, все вот это. Шикарно. Потрясающе. Вот. Мы играем, конечно, музыку Баха. Мы играем музыку Россини. Еще такой момент, мы же не государственный коллектив, и мы зависим от ситуации. Какие-то фестивали, приглашения, нужно всегда находить средства для того, чтобы поехать и прочее. Вот, поэтому от очень многих обстоятельств это зависит. Вот, поэтому, когда нам помогают, у нас есть какой-то спонсор или ситуация какая-то, да, нам помогает. То есть вы еще и менеджеры сами себя, получается, отчасти, да? Конечно. Обалдеть. Конечно. Вот мы в целом все делаем самостоятельно. А вы не хотите господдержки или просто не складывается? Вы знаете, у нас дважды был государственный статус. Один раз мы были государственным оркестром, министерским нашим, федерального нашего министерства. Вот. И через некоторое время у нас этого статуса не стало по некоторым причинам. По похожим причинам то же самое произошло в Петербурге. Вот. Честно сказать, я очень разделяю работу коллектива, когда он государственный коллектив, и когда он не государственный коллектив. Когда мы не государственный коллектив, мы можем чуть больше. У вас есть большая степень свободы. Именно в этом плане, в творческом плане, да. Нам может быть чуть-чуть сложнее в плане финансовом, да, потому что мы зависим от количества концертов. Я понимаю. Вот, то есть другие какие-то факторы. Но мы всегда можем выбрать свою программу. Мы можем здесь сыграть, например, «Времена года Вивальди», или можем сыграть популярную классику, или можем сыграть современную музыку, там, которую недавно для нас написал Мурат Кабардок. Здесь у нас еще один спектакль, который для нас написала Дарья Новоальянцева. Thank you.
мужской коллектив? Слушайте, так не специально получилось. Мы приглашали девочек, когда мы только начинали, еще к нам приходили девочки, у нас были трубачки, ага. Играли. Но по разным причинам. Я думаю, что сами инструменты достаточно трудные. Они же некоторые очень длинные, там 3 метра эти трубы. И нужен большой объем легких для того, чтобы это все звучало. Продуть. Другой момент, наверное, еще некоторое удобство в плане гастроли. Потому что если у нас девочки или одна девочка, мы всегда должны отдельно номер и бронировать. А если все... мужчины, так мы взяли проще. Себе, конечно. Ну, то есть сугубо мужской коллектив. Ну да, такой, ну да. И при девочках мы, естественно, будем все, знаете, такие. Девочки вот, дисциплинируют, Сергей. Да. А так, ну, мужской коллектив. Сегодняшнем веке, да, в 21-м сегодня, вот что очень интересно. Потому что нам ведь досталось всего 3 партитуры исторических. Осип Козловский «Реквием», Степан Дегтярев «Минин и Пожарский оратория», первая русская, и Орфей Евредика и Евстигнеев «Фомина», 792 год. Вот все, была да? еще опера Альцеста Раупаха, но ее ноты не сохранились. Вот. И мы все эти произведения исполнили, за что нас даже внесли в книгу рекордов, в российскую, номинировали на Гиннес какую-то там нашу работу. Вот. И тем не менее, мы все время чувствуем, что мы немножко такой подрезанный жанр, потому что у нас нет своей музыки практически, да? И мы все время изобретаем. А что мы будем играть? Популярную классику. Ну, конечно, Баха. Ну, Моцарт. Ну, давайте попробуем Россию. А давайте сыграем Болеро Равена. А давайте сыграем Адажу Альбинона. А давайте сыграем Марчелло. И вот мы постоянно в таком вот поиске своего репертуара. Но это музыка, написанная для других составов. Да, мы просто понимаю. Предлагаем свою, так, свое звучание. Интерпретацию, да. Да. А теперь вот то, что вы озвучили, это написано уже для это вас. Это уже, да.